Нет, там же яйцо еще во входе идет. Там еще на втором уровне еще это яйцо. Вот честно, вот. Хадес, конь. Ну давай это, чё, лорд, и ты на второй мне воткнёшь что-нибудь. Сразу хочешь? Ну давай. Или можешь, короче, это, телегу. Нормально все. Я какого-то астроля добавлю, да. Так, погоди, а тут конь нормальный уже, нет? Ну, у нас без ДПСа, короче. Дэмэдж у тебя, по сути. И то не очень. Так что там, да, от скилла и более вероятно будем апать. Слушай, поди мы это, апнем? Или кинуть хочешь? Не, я думал сразу. Дуб? Судя по всему, да. Ну чи, два тогда? 2-3. А что, мы так же дыхаем? Да. Без эстраля? Да, будет, да. Если будет. Ну, да. Да, и все. Ты можешь какую-то телегу достроить. Ну я ламп отвод дам. Мне телега понравится больше. Да, телега вот тоже. Ты там где? Учитывая, что там подписчик, там код 5 стоит. Может быть дальше строить. В целом, ты предлагаешь так дефнуть, или я могу нагу достроить? Построить уже и не париться. А типа на пятерке, допустим, ты там грейданешь эту телегу.
телегу апнешь и все. Урса сверху. Орк снизу. Ну, стоит нормально, химик. Тода нету, нага есть. Пустим что. А, нет, нет. Нормально. Так. Что, так пробуем дефать? Мне кажется, это не деф будет, да? Ну, мне ставить нечего. Только отвод. Давай отвод тогда. Химика потом как-то тебе, ты, наверное, к семерке только сможешь. Так, ну я что думаю, надо... Ну да, а я выйду в лорду тогда на 7. Если будет 2 волна, я бы кинул бы 8. Да, давай. Да даже если и не волна, все равно 8. Они-то ведь раньше скинут. Телега в тему. И не дев. А где тычка ваша? Боимся? Ну, в принципе, да. Ладно, я останусь 6-2, пойду отвод сделаю пожирнее. Короче, мы сейчас степаемся в древо, ну, на 8. Мало перед этим. Мы сейчас еще 20. Может, надо вот ПП-шку выпить? Не надо. А не ты как надо? Так, следить. Ну, деф талый вообще. Пятерки. Ой, блядь. Засыл, но орка нет сверху. Ну, в принципе, все равно апать хотели. Так что. Пойдет. Но на 6 тебе что-то надо сделать. Либо телегу апнуть, либо химика апнуть. Опасненько.
по типам армора. И урона мало очень у нас. Нет, ты не думаешь, что мы без скилла типа не доехали? Окей. Че, рега есть? Все нормально. Че так, куда предлагаешь? Восьмерку все-таки, да? Так они размен дадут. Хуй орк на телеге кидать. Чё, по инагу апнуть тогда? Я бы не был так уверен, но вроде хватит. Должен нафармить. Чё-то много, слушай, лесу-то. Да. У тебя, в принципе, тоже. Ты 5-1 сидел, так нормально у тебя уже. Чего ехал? 7? Да. Давай так и сделаем, да. Надо еще 50 монет нажрать. Да. Да, нормально. Ну, я могу апнуть вообще, только все равно лучше. Окей. Ты просто посмотри на это. 5 юнитов. 5 юнитов. Как дефать? Я не знаю. Я думаю, сейчас придет. Нет, 7. Горелкой дефать только. Если кинуть, я думаю, там штук 30. А 8 не хочешь? Мелы. Поди ты типа грифона, а я лорда, так останемся. Не? Просто типа с моей стороны ставить нечего. И как бы либо лорда ставить, либо все в лам пихать. Но на лорда мне не хватит, так что. Вопрос, там есть горелка или нет? 34 на дубах, что-то много. Так, подожди, я отменю тогда. Погоди, думаешь, мне хватит? Мне сотку надо на лорда, мне не капнет сотка.
Хватит? Ну там волна, забей. Да. Я 7-4 закажу, поди ты грифона воткнешь. Это хил. Нам надо будет слать 10 на все. Алын. Нифига, капнуло бабла. А вот думаешь, мы девятку задефаем вот, вот так же, если останемся? Чё-то сомнительно, да? То есть ло... Сейчас? Если получится, я, наверное, что, лорда? Или думаешь забить и лампу тоже качать? Да. Ламп. Так, у меня что, 7-6 получается? Я думаю, они захотят купить десятку долбанных всех, не понимаю. А мог мне химика не аппетит поставить. Уже подготовиться к 12. Ну, на десятке чисто телега лучше, понятно. Ну, как хочешь. Я хочу из всего уже сейвить наш. Пытаться это. Для этого надо аут. Что, манга на химика не хочет была интересно? Все не хочет. Сейчас бы нас бы порвало бы полище. Если бы кинули. Так, блин, так я могу ламбер себе закупать. Посмотрим.
Не-не, дай я орду туда поставлю. Давай, пусть он лагит. Это четвертая клетка, уже четвертая клетка, видите, получается, так, да. А нога будет еще? Ага. Все, давай код купить пока что. Блин, наверное, все-таки надо было наоборот, вот до сзади. Ошибочка. Нормально. Ну да, я так и думал, что они типа десятка, 12, одни из этого. Вот у нас сейчас по спаву ДПС, но вообще нет. Хотя что-то тут големчик отводит. Понятно. Микрет на Дайзи. Не, видите, да. Ну чё, у нас дабла состоялась. Я микрофон, а там не понял, да? О, а. Хватило? Нет. Все, смотрим, что там у него у них по пику, да, и потом решаем, что туда. Угу. Что-то я взрыва так и не видел. Смысле, давай ты Урсу, я команду кину. Че, подапывать будем сразу? А я бы посмотрел бы что. Хотя глух хп. Без хп не солидно. Ну вот 7-8 будет. Плюс у меня еще один ордер. А химика не хочешь шапнуть? Что-нибудь к локатам продать? Теперь. Телегу лапнуть. А, сука, ну чё душный такой, а? Чё ты такой душный? Костя. Надо задушить. Душнее. Так не себя же душим-то. Ну ясно. Пошла на автомане. Дуба. Дубы, вилы, яйки. О, блин, я бы 17 пошел просто. Туп 17. Душите, душите, Миша. Да меня вот на тиммейт душит. Валера, что делать? Просто душит. Да. Просто сильный. Бля, как он деревья, я опалю. Ну они типа решили, что за счет яиц они лучше дохнуть. Ну, ай, они рядом заберут. За счет яек. Кинули на арену. Ну чё, апаем короля 17 и вроде изи победка. Накидаем, кракена стоит духа, и пусть они отбиваются. Давай. Тем более они столько мусора настроили. Чё, включительно до конца 12-го левела тогда качаем. Можно чуть-чуть спончик подбросить, но мне кажется, что это будет бэк. Да не, нахер. А, ты хорошо, все, пойди. Да, и пойду. А мы, ну, как все порели, конечно, после конца. Так хорошо шли. Хорошо. Один хил сняли. Итого! Я ставлю айфончика, постреля и боли. Вроде симпатично. Секси. Ну я воткну сейчас лорда в отвод, получается.
тебе в лордов вот-вот тыкать и тыкать постоянно. Сейчас давай апни лорда в основе, а потом потихоньку лорда вот-вот тыкать. Так, у меня лишка будет. Вопрос, на ламбуху хватит или нет? И вообще надо ли его делать? Я думаю, они 17-ю кинут, у нас дофа такая фигня. Ну ладно, делай 7-8. Ну я получу его плюс остаток. В смысле 7-9. А, да, 7-9. Да, я 7-8. Лорда не хватает, да? На протонах можно скинуть. Ясно, да. И будем надеяться, что у нас будет какие-то фронтончики. Что, на лорда хватило? Да я там продал говно. Это сколько ты там продал? 5 протонов? Может? Ну да. Учись. Ну чё, куда они нам? Да 17, чё? Лорда, химика. Ну, 15, вариант 15 бросить. Не, у них вариант только 16-18. Я очень надеюсь, что мы сейчас не начнем плюс одного лайга. Два химаря, не думаю. Это мало, Костян. Два химаря мало даже в 11. Сравнил. Ну этот бегает. Арсенал. Полтон элит просто. Нет, и вам бегать будет лишь. Ну а чё, 2 сотки, чё там ставить? Трешак пихать? Ещё вот-вот. Давай пару раз регент. Да-да. Трешак. Вообще в идеале бы поставить химера и перфона. Вообще идеально. Что, тебе на лорда апнуто хватит? Ты хочешь в основе сейчас апнуть? Блин, они, кстати, могут кинуть 13? Могут. Могут. Давай лучше в отводе. Ну вот я про то. Апнуть? Или еще одну? Апа. Я бы просто побыстрее бы уже этот пик выкинул. Да зачем тебя выкидывать? Тебе на все 3 линии еще лорда пикат. Ты как раз до 17-й будешь этим заниматься. Ну, 3 рубежа. Вечно в основе лорда апы. 3 рубежа поставить и выкинуть. А ты не хочешь потом в отводе строиться? Ты, конечно, заглядываешь вперед. Но мы можем не убить их на 17-й. Мы можем сами... того самого. Сейчас посмотрю, что за нас находит. Надеюсь, что будет какой-то попытаться. Нет. Главное сейчас-то не ликнуть. Понимаешь? Ты еще грифон хочешь, а потом ролл? Да я вот сейчас посмотрю по долге. Да надо ставить, наверное. Тут фишка в том, что а вдруг у нас фронтом по санковке как кот наплакал. То есть нужно и хевик, и грифон. В идеале. Ну хватит тебе.
Ну, пойду еще. Че там? Здрасте, я руина. О-ло-ло. Ну, я еще. Телефон оставляем, мы. Ну, не знаю. По дивнео все-таки больше скинешь. Я руина. А что, руина-то нормально? На фрейслоте его тоже видят вообще, как будто там или туда. Ты с фигней страдали. Так интересней. Ну, в целом КПД нашего пика возрастает в разы. Тебе, по сути, только отвод делать. Угу. Танковка хорошая, аура теперь сильно дополняет силу. Тут все зависит от этого. Дэмэдж жесткий. Успеешь растыкать лордов? Победа. Да уж, успею. Да не хочешь победы. Так. Слушай, а может мы с таким пиком вообще хотим... 20 сразу, да? Не, давай 18. Так, давай я, наверное, сейчас лорда поставлю. И его снова еще лорду. А что, ты не хочешь лорда апнуть снова? Да голда остается, некуда девать. Да похрен, апай лорда основа. Я не думаю, что они кинут 15, а если кинут, мы с двумя килами должны. Ну, что-то мне такое не нравится. А что? Ну ладно. Что? Ну у тебя выпады там нет? Есть. Магу поставлю. Ты все-таки в отвод пошел, да? Ну, немножко добавить. Чтоб не так обидно было, что 250 монет лежат без дела. Так хотя бы половина чилит. Ну да, там фул дубы. Фул дубы, думаешь? Ну, не знаю. В принципе, меня устраивает вариант просто запать и двадцатку пойти, потому что мы в два хила дефнем, все. И отвод у нас норм будет. Ну чё, какой у тебя? Да давай, 20. Тогда апаем, хорошо. Вовремя, да, на 15-м? Подумались, ну. Ну так, блин, зависит от того, что находишь, так что. Ничего страшного. Че ж там лорды выходят в отводе, 3 лорда и куча спама? Или тебе помочь там в отводе? Ну, посмотрим. Должно хватить, по идее. Блин, как уж тебя ковыч поставить, да. Куда сюда? А вот и вверх там ставить. Не, они стопудово 17 должны кидать. Ну, фишка в том, что они могут... Ну, хотя, у них там кинга еще, по-моему, нету. Ну вот посмотри, посмотри сейчас за 16. Они, по идее, не должны бить мобов до того, как мы начнем. Посмотри просто. Зацени это. Вот лорд сейчас будет убивать, видишь, один минус один, минус два. У них еще по нулям. У них отвода нету. Они фул дубов пошли. Ну понятно, да. А? Не, не надо. А я ж не роли. Пока что. Так, а чем я тебе могу с отводом помочь? Щупа, что ли? На остаток.
вместо протона. Не нравится такой вариант. Что получается, нага лишь? А, нет, как раз. Идеалити. Давай наоборот. А, что ты сюда хочешь? Да. А у меня лорд не ускачет, как гидра тогда? Нет. Это потому, что мы там широко строимся, поэтому... Угу. Так, зачем все это катаешь? Что? 90 монет. А, пошли в жопу, я ничего сразу. И так сойдет. Блин, но вот кажется такое чувство, что что-то тут не хватает. Да мелочи просто нет, вот и все. Нет, это маленький будет для такого ДПС. Тут только 3 него танка. Нормальный ДПС, ты чё? Все в порядке. Как выпилиться, посмотрим. Кость тебя, бля, я все на вопрос. Слушай, да, не хватает, походу. Я говорю. Танковки типа не хватает или что? Демона бы как-то. Может быть ГГ, кстати. Демона стакнул. 35! Что у нас там, стан? Грелка. Ну, много так-то, но вроде должны справиться. Ты первый. Да. Сколько там? Раз, два, три, четыре, четыре, Ну так не жди деталов. Да, да. Деф, но минус 2 слова. Давай по 70 сядем и фильм просто. Да. А, ой, чё. Блядь. Тоненько. Грелка ты тебе гонял. Угу. Ну, в теории это ГГшка должна быть. Чё я? Так, всё есть, послушай. Так, я 7-10 тогда и ищу. Да, так. Я вам тоже делаю. Чё было завтыкал. Где лес, а? А в той игре у них интересно больше было на тот момент или нет? Ну понятно, больше там уже кидались. 12-13 кидались. А, ну кого выше. Да не, когда фул дубы ряд там, по-моему, не грефнуть. Просто валы не хватит вложить их в нужных юнитов. Ну, мы дохрена инфили. Хотя уже пятерка. Ну, 6 плюс. Ну, короче, не расслабляюсь, потому что они сами, да, захотят. Ну, конечно. Ну, слушай, ты тогда чё, поди, это рольнишь? Танков, то что нам купить? У меня грифоны есть, капитанов, что надо купить. Ты грифонов то что апать собрался? Просто ставь второго верта, там капитанов, да это. Мне кажется, вроде можно. Или хочешь еще танчик? Еще танчика хочешь? Возможно.
Так, короче, танк. Походить. Танк. Так, что там? А я не на танк оставил. Так, ну что, с тебя киник и некр, наверное. Блин, надо. Да нах, танк, убирай танк, он стимулит, все идет. А стим говно полнейший просто, а лучше на танк оставил. А я пойду еще, наверное, вот-вот воткну лорда. Что, мы вдвоем в основе строимся, если там бывает дальше, да? Не знаю. Похоже, да, что тут где-то там. Тебе надо было уже тыкать сейчас. Кстати, могли много бы кинуть, если у тебя сейчас отвал бы есть. Я бы ушел бы своими глазками. А может быть я успею уйти? Частично норм. Не статой. Не, ну все. Лидер. Ну, по 4 кряки. О, или не дэв кушает, да. Там у меня танк выставлялся. Кстати, мы можем по 2 кряки. Да лучше кряк побольше. Так, как вот телефончик? Че, все вот-вот бахает, получается. Да, да, да. И 290. И кину еще тайда сверху. То же самое. Что там такое? Так ее, если что, давно начали проклинать. Ну, блин, мы такое должны дефнуть, я думаю. Да, конечно, должны. Но дефнем. Блин, Костян, у тебя сатана какая-то творится в окое. Там в целом мог, даже... И так нормально. Ну, 13, 12, 11, 12, что такое? Походу, все так просто не кончится. Не. А мы лекаем. Ну, хорошо, что у нас, в принципе, это, да? 8. Да нет, ГГ. Раз, два, три. Ну да. Без одного пила это. Долго больно, да. Нас спасла горелка. Смотри, там статусы не меняются. Вообще, где неопыт находят, да? Вот типа черепахи или боссы все бьют, а толпы, ну типа, они сейчас никого не убивают, по сути. Сраный тоже.